Всем привет! Сегодня заехал за ловушкой посмотреть на ловушку и удивился, но увидел все-таки один рой, первый все-таки вошел в ловушку за 5 лет, но ловушка сработала. Вот теперь едем, посмотрим, что у нас там. Какие пчелы там у нас сидят. А то здесь сейчас тоже все пчелы уже магазины забили, приходится заоткачивать. Наверное, эти уже набили, потому что я заезжал, прям облет такой у них стоял. Сколько? Месяц я туда не заезжал, к этой ловушке. Посмотрим. Ну вот, приехали. Липа, дуб. Сейчас посмотрим, что они у нас. Ты иди ты. Ну, лёд я не вижу. Они пролетают. Еще и улетают. Ладно, сейчас будем снимать. На всякий случай в маске и в перчатках. Только, знаете, какие они добрые, недобрые. Так. Ну. О, детки. Ну, уже все почти. Одна летает где-то. Не, нормально. Сейчас посмотрим еще по время. Вот все зашли. Ладно. О, прилетела. Еще одна. Вот она. Еще одна. Угу. Все, ладно. Будем снимать. Ну вот, ловушка на месте. Вот уже пчелки работают. Сейчас обкосить все. То все в травке. Этот у меня разроился весь. Рассадил на 3 разделил. Это что у нас там? Целлофан вытаскивается. Сейчас посмотрим.
Ну ладно, будем потом пересаживать, покажу. Так, ну вот вскрыли ловушечку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть рамок. Все обсижены пчелой. Поставил их на корпус. Да, хороший рой. Так, ладно, сейчас будем. Ну, как бы так. Стоечки нет. Сейчас буду. На камеру. Стояла магазинная. Залита. Ну, поставим. Следующая рамка. В личинке вся рамка. Вся рамка в личинках. С этой стороны тоже. Ставим пока. Все в напруске. Так, здесь залито пергой. Забито пергой. Яйца. Сейчас пока мат пускать не буду. Продолжаем. Магазинная. Залито медом. С этой стороны мед. И подстроено. Вот ставим. Такая довольно-таки мирная пчела. Вчера она мне, конечно, дала джазу там, на месте. Да, трутневые лись. Эти были просто пустые. Не надо, убираем. То же самое языки. Тоже напросто. Не надо, пусть растаскивают. Вот что творится здесь. Сейчас все. Встряхиваем.
и все. Ладно. Всем пока. Вот. Вчера снял пчел, поставил новую ловушку. Ну, это, наверное, остатки летают. Оп. Ну да, слабый лед, скорее всего, там есть-то.